Синоптики предупреждают жителей нашего региона о неблагоприятных погодных явлениях в ближайшие сутки. По сообщению гидрометцентра Чувашии, в ночь на 14 марта в ряде районов республики и города Чебоксары ожидается усиление ветра с порывом до 21 метра в секунду. Непогода может привести к затруднениям в работе всех видов транспорта, обрывам линий электропередач и связи, обрушению слабо укрепленных конструкций. Сотрудники МЧС по Чувашии рекомендуют при сильном ветре держаться подальше от рекламных щитов, высотной строительной техники, а также не парковать вблизи них свои автомобили.